Эй, как дела, друзья? С вами снова Морская Свинья, и мы играем в Unevolved. И смотрите, у нас изменилось меню. Теперь у нас не два персонажа, как было в начале первой серии еще. А теперь уже и появился Джин, Калаш и сами мы. И это круто, на самом деле. Что тут все меняется. Так, мы остановились вот здесь. Мы должны попасть вот сюда. Но она закрыта. Ну да, это было очевидно, не правда ли? Вы можете использовать способности своего компаньона, чтобы войти в этот бар. Хорошо. Какого компаньона используем? Ну, думаю, Мандану будет получше использовать, потому что у нее есть меч. Мандана, давай. Опа! Готово. Все. Заходим. Что-то пахнет людьми тут много. Слишком воняет людьми, можно сказать. Ну тут люди жили когда-то. В общем, он говорит, если у них тут было убежище для бездомных неподалеку, почему они жили здесь? Может быть, у них были на это причины? Ладно, не будем их слушать, потому что долго. Здесь разноцветные граффити на стене. Здесь странные бумаги, покрытые... Ну, точнее, бумага, покрытая странными надписями. Куча спальных мешков. Мандане нравится, что она сбежала от дождя, а Элай просто чешет нос. Лучшее описание персонажа, который я видела. Если тут когда-то работал компьютер, то это было очень давно. Здесь написано Джордан на двери. Там идет в темноту, можно сказать, это лестница. Угу. Давайте в Джордан сходим. Я думаю, там есть какой-то смысл. А, здесь только одна кровать. Да, она почему-то отделяется от остальных. Возможно, тут какая-то важная шишка была. Да, возможно, тут либо заключенный, либо их глава был. Да, похоже на то. Здесь очень много всяких спиралевидных граффити. Если ты попытаешься за ними, можно сказать, ну, взгляд провести, то у тебя начнется помутнение в глазах. Здесь просто шкаф. Можно осмотреть его. PW — это любовь. Возможно, это имена какие-то. Питер и Венди, я не знаю. Чисто наугад сказала имена, которые знаю. На эти буквы начинающиеся. Посмотрим матрас. Ничего не нашли. Водяной матрас... Ну, знавал лучшие времена. Ой, нафига я обратно в него смотрю. Дождь застилает окна, так что через них ничего не видно, что на улице. А здесь, мне кажется, очень много всего интересного в этом. Ящички. И что там? Старый предохранитель, но, возможно, его еще можно использовать. Возможно, это потом пароль какой-то будет, не знаю. Так, тут посмотрим. Фотография. О! Я не знаю, кто эти люди. Но, возможно, это как-то с нами связано. Молодая пара. Так, а тут мы посмотрели, да, получается? А, мы еще не посмотрели. Ноутбук. Я, конечно, немного знаю этих штук, но разве не нужно электричество, чтобы работать? И мне кажется, тут здесь нет его. Ну, ты, наверное, прав, Элай. Может быть, в другом порядке? В каком порядке? То есть ты хочешь сказать, что я должна электрощиток сначала включить? Наверное, да. Я думаю, он где-то в подвале. Опа-на! Что это? Что? Да ладно тебе, это просто пропавший дух.
Ну, как призрак. Они безобидны. Безобидны? Призрак, ты серьезно? А вы что-то уж слишком спокойны, глядя на это. А, ну да, это же просто призраки. Давайте двигаться дальше. О, видите, и тут призраки, прям как в Блэквилле. Я, наверное, уже устала, да? Вы задолбались слышать постоянно, как в Блэквилле, как в Блэквилле. Да, не волнуйся. Они не могут многого сделать. У них нет физической формы. Так что они не могут нас тронуть, а мы их. Так что давай просто оставим их. Да, что-то звучит жестоко. Может быть, мы попытаемся им помочь? А может быть, ты что-то сможешь с ним экзорцировать, ну, их Элай? А, ну да, призраки, давайте двигать дальше. А, может быть? Может быть, мне нужно 4 дня для этого? Слушай, человеческий призрак — это не демон. Это деликатное создание более. Смерть — это часть земного мира, и мы не можем в нее вмешиваться, так что давай двигаться дальше. Но, возможно, призрак нам поможет. Только тут призраки, знаете, они не как Блэквилле. Те были симпатичны. Ах, черт! Ты ранен? Больно? Не, в порядке. Я стукнулся и... я не понимаю даже, а что. Я не вижу тут ничего вообще. Тут можешь ты как-нибудь, не знаю. О, да. Это странно. Да ладно. Какая проблема? Темнота. Она борется со светом. Ну так всегда было. Я в тебе серьезно. Похоже, тут что-то против моей магии работает. Серьезно? Ага. Тут сломался, точнее, сгорел предохранитель. Нужно поменять. Ё-моё. Это лес? Лес в подвале. Ну, теперь понятно, почему мой огонь не работал. Это натуральный механизм, возможно, защиты или типа того. О, боже мой, это капец. Эта игра реально, она такая, ну, какая-то такая прям неожиданная для меня. Ладно. Мандана очень осторожно себя ведет. Она напряжена и чувствует, что, возможно, что-нибудь будет опасность нести. У него подергиваются пальцы, и от них идет маленький дымок от Элая. Ага, на пеньке какая-то кровь. Похоже, тут кто-то умер, что ли? Одеяло покрыто мхом и лишаем. Давайте посмотрим. Наверное, там труп, я думаю. Господи. Это, кстати, я видела в скриншотах вот этот. А, ну что ж, становится все сложнее намного. Кто бы это ни был, похоже, его покрыло, ну, можно сказать, проел мох. А дверь давайте откроем, или это не дверь? Или это просто дерево? Я думала, просто дверь в магический мир, знаете, не знаю, как Хроники Нарнии. Может быть, это тот чувак, который на фото? Давайте его потрогаем, я не знаю. Это странно. Мужчина, между 60, сложно понять причину смерти. У него, похоже, грибы росли из него. Так, коп, посмотрите, раны идут по всей шее. Кто же мог это сделать? Он покрыт мхом. Может быть, это какая-то болезнь, может нам прикрыть рты, чтобы не вдыхать? Ну, давайте копом скажем. Ты права. Раны от меча. Это, конечно, сложно из-за вот всей этой растительности, но у тебя зоркий глаз. Да, его убили, человек. Похоже на то. Что же нам теперь делать? Он покрыт мхом. Да, это будто бы жизнь леса какая-то здесь появилась. Твое видение. Ты знакома с этим зданием. Неважно, что здесь случилось, ты уже включена в это. И, по крайней мере, твой демон, точно. Ты раз точно ничего не помнишь. Ничего не приходит в голову, никакие видения. Я думаю, я смогу когда-нибудь вспомнить это. Нет, я ничего не помню. Извините. Я надеюсь, что смогу больше помочь. Да, ты должна когда-нибудь вспомнить это. Ну да, он точно не мог оставить это, прежде чем уйти от тебя. Неважно, мы не можем понять, кто он. Это пока для нас загадка. О боже, опять призрак. Похоже, это он.
Привет. Это твое тело? Ты нас слышишь? Это потерянный дух. Он не может разговаривать. А ты уверена насчет этого? Ну, не похоже, что оно как-то на нас реагирует. Давайте его оставим просто. Ну, то есть он как-то смотрит прямо и непонятен, тебя замечает или нет. Давайте поговорим. Мы не боимся призраков. Привет. Он не будет твои знаки замечать. Я не думаю, что он вообще нас замечает здесь. Это бесполезно, понимаешь? Ну ладно. Ой, блин, извините. Я хотела сказать, неважно. Можешь потрогать тело, и он тогда скажет, типа вот так, нет? А, может ему фотку показать? А, нет, ему фотку не показать. А как мне... А, ну ладно, никак, видимо. А, мы можем пойти сейчас на ноутбук и посмотреть. У нас же вернулось электричество. Все. Интересно, а что-нибудь для тебя значит эти рисунки у Мандана? Я не могу понять их смысл. Но у меня есть какое-то ощущение... Войны, типа. Это только чувство. Ну, какое-то типа борьбы. Так, ладно, куда я пошла? Я не туда пошла. А для тебя это ничего не значит, Элай? Эти рисунки? Ничего. Но они другие, в отличие от другой комнаты. Ну, той комнаты. И как же? Ну, знаешь, там было больше цветов, больше креативности. А там была какая-то страсть. А здесь просто какие-то постулаты, я не знаю. Какие-то простые линии. Ну, ты можешь это понять, если посмотришь на них. Интересно. Я до сих пор не знаю, как, что это значит, но это интересно. И я, ребят, тоже не знаю. Вон, смотрите, там что-то засветилось. О, интересный рабочий стол. А, пароль, господи. А я откуда знаю? Пиве? Пиве равно любовь, может быть, вот это? Ну, я не знаю, как... Лав? Ладно. Ну, давайте пока, не знаю, отойдем отсюда. У нас есть там еще какие места? Или нам нельзя выходить? Нет, нам можно, это хорошо. А ты что, пытаешься своими руками снять люк? Никто не знает. Может быть, у нее суперсила теперь от демона досталась? Ну, наверное, нет, извини. Ребята, я просто хотела попробовать. Не берите в голову. Там такая вывеска, которая притягает своей какой-то теплотой, сухостью и сладкой-сладкой, можно сказать, вибрацией. Ладно, давайте сюда пойдем. Может быть, тут есть какой-то ответ. О! О, подождите. А может быть, она... Это же она! Нет? Да-да-да, она смотрит на тебя из своего худи, и у нее что-то знакомое лицо. Она с закрытыми глазами сидит и немножко напевает себе. Давайте поговорим сначала с этой. Привет. Она, похоже, потеряла связь с миром. Нам нужно оставить ее одной. Ладно, я понимаю. Да я знаю, что тут нет ни она. Все, мы уходим тогда. Ага, вот у нас только один выход. Среднего возраста мужчина, он что-то там себе бубнит под нос. И смотрит на каждого, кто появляется на его пути. Ой. Ну, тут, короче, есть фонтанчик, и его всякие... Можно сказать, бомжи оккупировали. Ну, или бродяги. Больше. Отходит. Ну, все это ты, мы знаем. Где? Где ты это взяла? Ты не ответила на мой вопрос. Мы просто хотим узнать, что случилось в деревенском глазе, можно сказать. Мы хотим помочь тебе, если можем. Помочь мне? Слушай, леди, мне уже и так помогли достаточно. Может быть, так я не выгляжу, но я нормально себя чувствую.
Слушайте, я угадала, что ее зовут Венди. Слушай, это была ты? Ты вернулась? Да, Венди, да, я вернулась. Слушайте, я сказала тогда, да, типа, как там звали, Питер и Венди, типа... Господи, это... Это Питер Пен и Венди? А ты думаешь, кто я? Вернулась? Откуда же? Я знала это. Ты мастер. А я что? А, да, я мастер. Нет, Венди. А ты, наверное, меня с кем-то перепутала. Ну да, похоже, ты не удивлена. Ты сделала что-то, твое лицо. Оно изменилось как-то. Но я не могу сказать. Но это ты. Интересно. Похоже... Она не может пройти через вуаль. И... Оставь меня, мастер. Я уже знаю, что ты сделала. Что ты можешь мне сказать про этот случай? А зачем я должна это говорить? Ты выглядишь действительно, будто ну, тебе плохо. Расскажи мне, я помогу тебе, чтобы тебе стало лучше. Потому что я твой мастер, и я твой повелеваю. Сидеть здесь, на этом, в этом парке, это преступление. Я на тебя доложу, если ты не расскажешь мне. Да. Я буду тебе раскрывать душу, потому что ты так волнуешься за меня. Оставь нас в покое. Ты вообще ни о чем не беспокоишься. Иди забери своих фолловеров и уходи. Ты слышал меня, фолловеров? Ну, типа, поклонников. Ты сказал, я тебя оставила? Что это значит? Я потерял свою память, я не могу вспомнить ничего больше. Мы нашли труп в подвале, Village, здание. А там вообще-то в подвале еще лес у вас растет. В смысле, я что знаю? Ты ушла. Ты оставила нас самим себе. И все пошло к чертям. Ну что ж, как я только начала. Мы не были очень... другие не были очень счастливыми. Какие другие? Тебе даже сейчас все равно, не правда ли? Все это время я знала. Я просто не хотела в это поверить. Ты что? Ты серьезно, не правда ли? Ты не оставил нас? Ты просто забыла о нас? Ну, слушай, это сложнее, чем... Но да. Мы хотим понять, что произошло. Можешь нам помочь? Нет, все кончено. Все. Если ты забыла об этом, то, может быть, и я забуду. Просто оставь меня в покое. Там призрак. Заткнись. Не говори об этом так. Даже не думай об этом. Просто не думай. Мы нашли тело в подвале. Ты даже не можешь ничего доказать. Я имею в виду, неважно. Не знаю ничего об этом. Там у вас лес. Это безумие. Ты безумная. Нет, не безумная. Там реально лес. Что это за парень на фотографии с тобой? Ты что, его даже не помнишь, да? Ты забыла Джордана. Твоего великолепного протеже. Ну что ж, он ушел. Ну, спасибо тебе. И что с Джорданом? Мы были... Ну, типа, не знаю. Мы больше ничего. Раньше мы кем-то были. Он ушел. Он ушел раньше, чем ты. Ну, типа, он ушел после тебя, и он умер. А тебе не важно. Значит, она Венди и Джордан. Угу. Но тут П еще. Питер и Венди все-таки, наверное. Может быть, ты тоже как-то связан, нет? Вот у меня есть такое ощущение, что она потом как-нибудь нам поможет. Вдруг, ну, типа, знаете, вот как в Гарри Поттере, например, он думал, что у него соседка сумасшедшая, а на самом деле шпионка была все это время. И, может быть, это тоже шпионка, я не знаю. Так что, это давай разберемся, почему они звали тебя мастером. Да фиг его знает, я просто, наверное, очень хороший человек. Меня многие зовут мастером. А Manhole Cover, так... Угу. Может быть, спросим у копа что-нибудь? Не знаю, может быть, пароль Венди? Надо сейчас попробовать, конечно. Коп. Как дела? Доброе утро, мэм. Они перестали работать.
Они чистые, так что вы их там оставили? Ну, то есть мы не имели права их расследовать, но мы все равно за ним приглядывали. То есть не было ничего нелегального в Village A. Ничего, что мы могли бы увидеть снаружи, точнее, снаружи, да, но если честно, они были в каком-то приоритете у нас, чтобы за ними следить. Я вас не буду судить, если вы уйдете. Eli, you are scratching the buttons of your coat again with your fingernail. Ты опять типа теребишь свое это пальто, да. Ты что, даже не замечаешь, как теребишь? А что, в этом какая-то проблема? Ну знаешь, это как будто ты нервничаешь. Ну да, я знаю. Я буду работать над этим. Ну типа. Спасибо. Он, наверное, после того, как... Ладно, зачем нам метро? Давайте обратно. Пришли такие, поговорили, что Элай теребит свое пальто. Ну, бывает, бывает, ребята, волнуется человек. Ой, ладно. Потом мы с призраком, наверное, поговорим. Только я не знаю, вообще он будет с нами разговаривать? Тут призраки неразговорчивые какие-то. Я привыкла, что каждый призрак рад поговорить со мной. Все, Венди, давай напишем. Не знаю. Ребята, Венди сработала! Так, запись первая. Мастер говорит, я должна начать этот журнал, чтобы объяснить, кто я есть и как я этого добилась. Типа, как я здесь очутилась? Меня зовут Джо... Ой, меня зовут Джордан, и я мужчина! Три месяца назад я был уволен с моей работы в дерьмовых ну, в дерьмовом электронном магазине. Две недели назад мой домовладелец выселил меня, потому что я не мог платить за аренду. Я был на улице. Просто посередине жуткой зимы. А убежище для бездомных уже было полностью переполнено. Мне казалось, что я умру от переохлаждения. Но мастер нашел меня. Она меня сюда привела. Она дала мне одежду, теплую еду. И этот монитор, ноутбук. И она, можно сказать, настояла, чтобы я вел свой журнал экспериментов. И она сказала, что я должен назвать ее мастер. Ну, хорошо, мне не важно. Я сейчас в безопасности, и я не уйду. Если она будет дальше помогать мне выживать, я даже буду звать ее богом. Запись 2. Мастер привела еще несколько людей туда. Они все такие же бездомные, как я. И они все больны. Тот старик, у него рак легких, и он кашляет кровью. А та девушка, которая по имени Венди, у нее будто нескончаемая боль. А я? Ну, а я еще мерзну. Очень сложно как-то утепляться. Но хотя бы я не умираю. Точнее, не умер еще. Запись 3. Мастер привела нас на лестницу ниже, можно сказать. И здесь просто из пола растет дерево. Дерево! Мастер сказала, что это алтарь жизни. И он защитит нас и вылечит, если мы сделаем то же самое. И она расскажет нам, как это сделать. И нам просто нужно было дать себя порезать ей, чтобы кровь полилась на алтарь. Запись 4. О, мой бог, это энергия. О, чувак, это невероятно. Я так горяч, мне так тепло. Я так чувствую себя хорошо. Запись 5. Я никогда не чувствовал себя лучше. Наконец-то у меня прошло мороз с моего тела, то есть, ну, как бы я перестал чувствовать холод. И кашель старика прошел, и он нормально дышит. И Венди наконец-то начала прогуливаться без боли. Слава мастеру! Запись 6. Осталось только 7 из нас. Мастер режет нас каждые несколько недель. Это, конечно, сумасшествие. Но мы каждый раз становимся сильнее и еще более здоровыми. И это важно. Слава мастеру. Я бы был мертв, если бы не она. Мы бы все были бы мертвы. Запись 7. С Рождеством. Дерево до сих пор растет. Теперь уже трава в подвале.
И это на самом деле, все, что мы делаем с мастером, все становится возможным. Запись 8. Мастеру нужно будет ненадолго уйти. И теперь она оставила меня за главного. Меня за главного. Я так почтен. Может быть, мне нужно защитить этот ноутбук паролем, если теперь это такой важный. Запись 9. Конечно, очень круто иметь какую-то приватную комнату, но здесь очень одиноко. И я спросил Венди, если она хочет побыть со мной одну ночь здесь. И она сказала да. Запись 10. Я порезала старика. Он ужасно стал истекать кровью и не вылечился. Я побежал за повязками. Слава богу, он нормально теперь. Запись 11. Здесь становится холоднее. Я включил радиатор на полную мощность, батареи на полную мощность, но ничего не помогло. Запись 12. Венди хромает. Старик кашляет. Я не могу согреться. Ритуал больше не работает. Мастер, где же вы? Вас уже не было 2 месяца. Почти 2 месяца. Запись 13. Я уже ничего не чувствую. Мои руки опустошены. Я не могу больше помочь этим людям. Я не могу помочь даже самому себе. Запись 14. Мне нужно уйти. Извините, мастер, но я больше не могу. Я оставляю Венди за главную. Мне жаль. В общем, понятно. Всех бросили. И это все я. Это мастер. Так, значит, кровавый ритуал, чтобы лечить. Это неправильно. Может, это неправильно? Но вот и понятно, почему лес вырос. Она забрала энергию жизни. Ты, конечно, можешь найти хорошее даже в дьяволе, Элай. Я чувствую, тут какая-то связанная история. Да, Элай? Ну и как же мы их остановим? Это же все моя вина, не правда ли? А, да ничего. Ну, просто немножко побегал с Големом и Суккубом. А может, история на другой раз? Да. Кровавые ритуалы, темная магия, плохие вещи. Да, Элай, плохие вещи. Но, как я понял из журнала, они перестали работать, эти журналы, когда мастер их покинул. Это значит, это только ты или, возможно, демон мог сделать их. Но зачем же Джордан оставлять за главного? Ну, это хороший вопрос. И единственная причина — идти туда вниз. Я хотела бы узнать больше об этом ритуале. Ну, давайте идем. После тебя. Ну, о ритуале... О, господи, почему я так странно говорю? О ритуале мы сможем, наверное, узнать у призрака или у Венди. Надо узнать. У кого-нибудь. Мы читали его журнал. Черт, надо было уничтожить компьютер. Ну что ж, ты теперь гордишься его, мастер? Я не делал ни одного кровавого ритуала. Если ты думаешь, это я делала, то это была не я. Неужели это было все правдой? А, ну конечно. Ты единственный, кто нам это сказал. Ты нас всех туда вовлекла. Ты спасала нас. Может быть. Каждый месяц, как ты делал ритуал, ты резал нас, и мы кровоточили на алтарь. Мы становились сильнее, лучше, быстрее, чем раньше. Это был как наркотик. Жизненная энергия. Вот почему вы так себя чувствовали. Это жизненная магия. Неважно, что это было великолепно. И что же случилось потом? И что же случилось, когда твой мастер покинул тебя? А что случилось, когда Джордан ушел? Ладно, давайте просто сразу. Что случилось потом? Как все закончилось? Джордан был так рад, что его за главного. Он пытался, он реально старался. Но просто становилось все хуже. В общем, лечение прекратилось. И он сказал, что я главная. Я сделал еще хуже все. Ты должна рассказать мне, что случилось прямо сейчас. Почему он тебя назначил главной? Что-то да явно случилось с тобой, раз ты здесь. Он любил меня. Он доверял мне, что я сделаю все правильно. Для всех. И я не ожидала, что это будет так... Я порезала ножом, сказала тупые слова, снова и снова. И не работало. Я пыталась очень сильно. Значит, убийца. То есть, это ты зашла слишком далеко, да? Это был несчастный случай, я клянусь. То есть, она зарезала его. Я видела там множество ран на его теле. Это был не несчастный случай.
Слушай, мы умирали, все мы. И пара капель на алтаре не работала, так что я подумала... И ты подумала, что ты можешь убить невиновного. Разве это не было так вообще-то? Он уже был мертв. Ему осталось несколько дней, так что мы подумали, да, мы убьем его, я убью его. Я думала, это конец всего, но тогда... Его дух, он вернулся. Да, это было ужасно. Мы не могли там больше оставаться. Как только я его видела, он кричал. Так что ты решила просто уйти. Ты заслужила того, чего получила. И тогда... Я пришла сюда. И я больше не видела людей там. Ну что ж, ты говоришь правду. Вы мне верите? Ура! Неважно, знаешь ли, здесь какая-то правда есть. И спасибо, что поделилась с нами ей. А какая разница, я буду врать здесь? Мастер просто меня туда внедрил. И где же теперь сейчас нож? Ты сказал, что тебе нужно лечение, что же с тобой не так? Но он же написал, что она хромает, у нее что-то с ногами, видимо. А, церебральный паралич левой стороны. Мне было хуже раньше. Но сейчас еще хуже. Ты что, не помнишь? Ага, то есть, значит, мы все поползли. То есть ты нам сказала всем идти там, где, ну, труба, короче, что-то у них сломалась. И они что-то поплыли все. И он потерял ключи там, в контрольной панели. Можно сказать, контрольной панели труб. Ладно, в системе контрольных панелей, я не знаю, как это лучше назвать. Где сейчас нож? Где же сейчас ключ? Серьезно? Ты раньше не хотел об этом говорить. Прямо справа от контрольной панели. За этими трубами. Ты что, думаешь, я идиотка? Я его уничтожила. Зачем ты это сделала? А ты чуть как думаешь? Мы все исправим, не волнуйся. Ой, не отделай мне одолжение. Это все из-за тебя, мастер. И неважно, как. Я была бы счастлива, если бы я тебя никогда не знала. Так, ключи на контрольной панели. Потерял где-то. Черт, она взяла и уничтожила нож. Видимо, магический нож это был. Давайте попробуем открыть с помощью мандана. Мандан, давай. Как старые добрые, не? Ты на коленях будешь? О! Отлично, что я до сих пор тренируюсь. Ну, прекрасно. Идем вниз. О! Да, слава богу, что дождь смыл несколько запахов. Но здесь до сих пор жара, и я уже вспотела. Ой, осторожно, а то можешь поджечься. О, мы нашли ключ, как сказала Венди, она была права. А, здесь горячая вода, она будто как в чайничке, знаете, кипятится. Мандан, ну давай ты. Ладно. Элай. Е-бой. Элай Беккет. Мак. В общем, и чинитель, можно сказать, еще. Ладно. О, мы молодцы, ребята, мы молодцы. Ё-моё! А ну включите назад! Ради бога, верните это! Это что за хрен вообще? Мы просто с ним поговорить. Хорошо, я верну воду. Подождите. Мастер?
Мастер, это ты? Нет, я не твой мастер, до этого мастер. Может быть, я когда-то и была им, но теперь нет. Нет, ты не можешь меня просто оставить. Ни снова, ни сейчас. Пожалуйста, я знаю. Я тебя подвел. Я не мог их остановить. Я был слишком слаб. Я пытался, так пытался, но было так много всего. Ты Джордан, не правда ли? Что случилось? Ты меня не подвел. Это так... Да, мило, с вашей стороны, мастер. Но если я даже не вас не подвел, я до сих пор себя подвел и каждого. Вы помните, мастер, как меня нашли? Замерзшего до смерти на улице. Я почти умер. Вы спасли меня. Вы вылечили меня. Вернули меня от неминуемой гибели. Соврать я помню. Я, к сожалению, не все могу вспомнить, мне жаль. Это даже была не я, это был демон, который был одержим мной. Давайте скажем, я помню. Ну, блин, не знаю, чувак так горит сейчас. Я, мастер, ваши глаза, ваш голос, вы другая. Вы на самом деле не помните, не правда ли? Вы так добры. Вы показали мне, как вылечиться. И вы решили вылечить весь город. Но я не мог бы это сделать без вас. Когда вы нас покинули, сила ушла тоже. Лечение, холод. Она вернулась. Я не мог это больше остановить. И становилось все хуже и хуже. Я не мог вылечить себя. И не мог даже другого, так что я ушел. Я должен был найти что-нибудь. Что-нибудь, что поможет нам не снова согреться. То есть ты просто пошел и в бойлерную ушел? И что же ты нашел? Мне так жаль, Джордан. Похоже, ты нашел это. Это не ваша вина, мастер. Не вините себя. Вы меня предупреждали об этом заклинании, а я не слушал. Я замораживался до смерти. И эта кровать не грела меня. И вы мне сказали, что это заклинание вернет тепло в мое сердце. Так что я его сказал, и это произошло. То есть ты был внутри убежища бездомных, когда говорил заклинание. И вот почему был поджог этого, ну вот этого убежища. И ты не знаешь, что произошло, не правда? Ах ты идиот. Да. И это единственный, кто меня решил впустить. Нет, ты не понял. Убежище, оно сгорело полностью до основания. И кто-нибудь пострадал? Да, Джордан, все были... Люди пострадали. Давай поможем сначала тебе. А ты как думаешь? Я не хотел всего этого. Помогите мне, мастер. Я не заслуживаю этого. Но, пожалуйста, помогите мне. До тех пор, пока я кому-нибудь еще не навредил. У меня сначала есть несколько вопросов. Все, что угодно. А там нож был снизу. Не видел ли ты его? Нож? Вы имеете в виду мой нож? Точнее, ее. А, ваш, точнее, нож. Да, его там видели. Я его взял, спрятал. На всякий случай, если вы вернетесь. Ты его специально это? Он спрятал для нас как-то мило. Я имею в виду... Ну, после того, как вы мне поможете. Хитрожопый. Мы говорили с Венди. Я не хотел их оставлять. И к тому же Венди, тем более. Она их теперь ведет. Она их в безопасности. Венди кого-то убила на алтаре. Она что? Ну и зачем она это сделала? Ну, знаешь, обычная тема. Больше крови, больше силы. Я не хотел, чтобы так все кончилось. Пожалуйста, просто пусть все закончится. Я попытаюсь, но огонь — это другое. Это само генерируется. Даже если он в воде, это не исчезнет. Я никогда такого не видела. Мне нужно сначала узнать вообще про это больше, чем я буду помогать. Слушайте, я тоже так много, мастер. Я вам служил, верно. И вы меня покидаете, когда я вам больше всего нужен. Почему вы меня снова хотите покинуть? Вылечите меня, помогите мне. Сделайте это, я вам отлично дам нож. Я понимаю, мастер. И мне действительно жаль.
Покиньте мне, и я помогу вам. Вот все, что я могу сказать. Тогда я верну нож. Я не знаю, как его помочь, ребят. Мандана, может, у тебя есть какие-то? Я не могу ничего придумать. Мужик горит, ребят, что делать? Встречались ли вы с такой проблемой, что ваш друг неожиданно стал гореть? Может, ему дождик? Не знаю. Бедняга. Да, он игрался с великой силой. И он даже не хотел никого обидеть, но он просто совершил ошибку. Ну да, с этим нужно согласиться. Да чувак вообще, мне кажется, нормальный был. Господи, помогите кто-нибудь. Венди, есть какие-нибудь... Мы нашли Джордана. Не важно. Мне больше ничего с ним не связывает. Вы можете это ему сказать. Я не знаю, что я буду делать сейчас. Это все теперь на него. Все или они, или ты. Можешь тебе с нами присоединиться? Вы уверены, что вам нужен такой? Ага, ты можешь видеть то, что его не видят другие. Ты, конечно, могла раньше выбрать не ту дорогу, но теперь ты можешь быть полезна, найти место, изменить себя, возможно. Ты говоришь, будто это просто. Поверь мне, это не так. Ну что ж, спасибо, что на этом. Слушайте, я все уже, я не могу. Отлично, мы уважаем твое решение. Я думала, это будет с нами. Может быть, этот поможет нам? Кто-нибудь, помогите нам. Господин полицейский, может быть, вы когда-нибудь встречались с этим? Может, призрак, я не знаю, скажет. Помоги, призрак! Ладно. Я, наверное, сохранюсь, и мы продолжим в следующей серии, потому что это уже была достаточно долгая серия. Надеюсь, она вам понравилась. Поставьте свои лайки, подпишитесь на канал. С вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения и пока!